Незаконный промысел предприниматель развернул на реке Протока в окрестностях поселка Ачуева. Рыбаки закидным неводом добывали пеленгаса и, подводя его сетями к берегу, перекладывали свежий улов в пластиковые емкости. Сотрудники краевого пограничного управления задержали рыбаков сразу после того, как те погрузили рыбу в машину. Следствием установлено, что всего за несколько часов промысла в смертоносных сетях оказалось около 1800 особей пеленгаса, вылов которого до конца этого года запрещен, а общая стоимость добытой рыбы составила почти 470 тысяч рублей. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы. У кубанцев изъяты улов, орудия промысла, а также лодка. Следствие продолжается.